Всем привет! В этом выпуске мы будем с племяшкой, с моей 9-летней, рисовать граффити плюс персонажиков из детских мультфильмов, которые моя племяшка сама выбрала. Ну и я ей буду подсказывать всякие детали. Ага, только видишь, он течет, Маш. Поэтому мы что делаем? Вот так вот. По чуть-чуть, понимаешь? Не, если будешь сильно нажимать, то он сразу течь будет. Хорошо. Угу. И аккуратно. У нас, видишь, мы не должны за эти линии заходить, потому что у нас нету фона. Можешь закрашивать эти брови? Ага. Не-не-не, опять, видишь, какими? Вот так аккуратненько. Не слишком сильно нажимая. Только помнишь, что надо аккуратно пылить. Так это же рука. Опять, видишь? О, Маш. Вот это мы не сможем потом исправить. Аккуратненько. Не заходи за эту синюю линию. У него ухо. Ха, прикол. Ага, молодец. Так, только, вот видишь, ага, не залезай. Давай я здесь тебе сделаю аккуратненький. У него... Мы будем вместо белого его. Вместо белого? Да. Вот, тут, у... вот это все. Вот тут вот у него глаза, а вот тут вот у него... Глаза мы его будем стального цвета. Вот это все давай делай. Угу. Все, что должно быть белым? Все, что должно быть белым, да. Нет, не, давай я тебя научу, как это делается. Вот смотри, у тебя есть отрезок, где тебе надо вот так вот. Хорошо. Не вот так вот вести, а вот здесь вот так вот аккуратненько. И вот так вот. Понятно. Закрашу. Давай. Чтобы были... Маша! И смотри, куда ты пшикаешь. Угу. Угу. О, давай, давай. Угу. Еще вот туда. Да. Ага. Всего его? Всего его, только без глаз. Понятно. Ага. А, молодец. И вот эти мои линии, ты, в принципе, можешь как бы вот так вот, ну, чуть-чуть, чтобы их видно было, чтобы разметочку. Лапку я могу тебе помочь. Вот здесь вот, помнишь, да, что надо не залезать на это. И вот здесь вот, смотри, сразу так вот. Маша, не залезай, только самое главное. А на глаза можно немного? Да, на глаза можно немного. Я же там буду потом другим цветом. Смотри, Маш, где у нас? Так, зеленые детали мы делаем более тоненьким кэпом, тоненькой насадочкой, которую рисую. Пробуй. Тебе надо что провести? Посмотри, надо полоску. Да, небольшую. Давай, делай. Угу.
Видишь, он более тонкую линию дает. Не-не-не, вот так вот, давай-давай. Никак, да? Ага, есть, держи. Ага. Эту синюю тоже закрашивай? Все это закрашивай. Нет. Ну, угу. Все, в ниже не делай. Во! Вот так поливай, да-да-да. Смотри. Вот так вот. Да, я это сделаю. Сам. Или вот попробуй внутри О, ой, внутри А. Здесь большое пространство. О. Вот. Еще посильнее чуть-чуть. Ага. Во. Уже хорошие. Видишь, он у тебя не течет, как бы. Угу. Не слишком много выливается. И вот так вот и веди, вот так вот по кругу, повторяя мои линии контура. Угу. 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 Вот это вообще идеально. Угу. Не-не-не, ты вот так смотри. Рисовать надо не хаотично. Маш, смотри. Намечаешь себе вот так вот. Здесь контур намечаешь. Вот здесь вот. И между ними вот так вот заливаешь. Угу. Не вот так вот, как вот тебе хочется. Угу. Две буквы твои. N и S. Как тебе работа с хромом? Прикольно? Нравится хром? Да. А на солнышке летом приедешь сюда на велике? Конечно. Знаешь, как блестеть будет?
так вот внутри закрашивает. Мама говорит, что я не умею снимать. Ничего страшного. Так, это ухо? А, это рука. Это рука. А там повыше уже будет волосы. Вова, ты подумал, где ее руки? Я вообще не понял, кто это такая. Какое-то странное существо. Похоже на яйцо. Как я понимаю, это ботинок, что ли, или что? Супервен входит в кадр и начинает размахивать баллончиком. Йоу, это хип-хоп, дед. Он начинает размечать какую-то штуку. Это нос. Зачем я так-то сделал? Ну ладно, сейчас исправим. Что за крокозябр? Это песик, который может превращаться в хлебушек. А у меня есть футболка с хлебушком.
А еще я поженилась на хлебушке. Это как? Круто. М? Круто. Круто, только черный течет, и меня это бесит. Даже у Супербена не получается справиться с этим черным, потому что это черный. Так вот мы порисовали с племяшкой. Это в прошлом году мы делали. Все еще до сих пор висит. И вот что у нас получилось в этом году. Мы с Машей выбрали вот таких персонажей крутых. И сделали вот такую стеночку на даче. Атмосферненькая вот такая вот. Вот такой у нас здесь с тобой... Hall of Fame получается наш с тобой. Да, Маш? Uh-huh. Место, где мы постоянно рисуем. И уже вон как красиво все. Йоу, нравится самой? Вообще-то. Давай пять. Как этого чубрика зовут? Не знаю. А этого? Не знаю. У меня есть маникюрчик. О,
Граффити-маникюр. Да, это классика. Вот у меня такой же, смотри. У меня даже побольше.